deputy Petras Auštrevičius Tumanis Tekaflopis. Thank you, Chair. Commissioner, as a standing rapporteur on implementation of the EU-Moldova Association Agreement, I will speak in a very frank and sincere way. I do so as I feel a very high responsibility for where Moldova is heading to, as it soon might become crucial and hardly reversible. Today, как докладчик по процессу внедрения соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, я буду говорить в очень искренней манере, потому что я чувствую глубокую ответственность за то, что происходит в Молдове, и что в очень скором времени может принять необратимый характер. Сегодня самое время изречь «Quo vadis, Молдова». Как докладчик я не могу с уверенностью говорить о том, что серьезно ли к статусу партнеров в ассоциации с ЕС относятся молдавские власти. Это партнерство вовсе не абстрактно. Оно предусматривает конкретные обязательства, причем далеко не только для открытия еще одной кредитной линии. Под партнерством мы в первую очередь подразумеваем, что определенная европейская политическая культура должна превалировать в Молдове. В Евросоюзе свободные и независимые СМИ. Это общий интерес для всех, а открытость и трансляция различных мнений является катализатором положительных изменений. В Европе законы о выборах созданы, чтобы обеспечить честное соревнование идей, а не чтобы создавать привилегии одним, а других устранять из политического процесса. В Европе правосудие – это то, на что каждый имеет право. Здесь нет места для селективной юстиции за закрытыми дверями. Я хочу обратиться к молдавским властям со следующим посланием. Не думайте, что Брюссель велик, слеп, находится далеко и всегда готов подписать очередной денежный чек. Вместо того, чтобы просто называть себя проевропейской коалицией, вы должны показать реальные изменения. Вот чего мы ожидаем от тебя, Молдова.